Так, вот чайничек уже кипит. Ну, избушка тоже уже прогрелась, тепло стало. Так что я буду чай заваривать. Сначала чайничек прогрею. Вкусно пахнет. Так, ну ладно, пока чайник заваривается, на кастрюлю с водой поставить. А потом подумаю, что сварить. Кстати, сейчас надумал, что буду варить. Гречневую кашу с говядиной. Вот. Гречки у меня здесь в избушке пол пакета большого. Давно уже ее принес. Все что-то не варю. Вот. Так что буду сегодня кашу есть с мясом. Как же все-таки хорошо после трудового дня зайти в теплую избушечку. Чайку попить. Да и на нарах поваляться потом. Ну, в этот раз даже рябчиков видел. 3 штук. 3 штуки. В прошлые разы ходил их. Редко когда там какой следок увидишь, а самих не видел. Вот. Главное, все рябчики до сегодня с лунок поднимались. Ага. И глухарь тут у избушки. Но он-то бродил тут, кормился. Ветер сильный сегодня, поэтому он не на дереве был, а на земле. Угу. Вот и дальше я туда прошел по озеру. Там увидел еще следы кормежки Ивана, ну, что он на сосне сидел. Иголочки были нападаны. Вот. Также лунка была. Ну и следы. Тоже по снегу там ходил. Не знаю, возможно, это тот глухарь, который мне раньше, когда перед Новым годом с той стороны избушки-то жил. Там еще есть озеро, вот у того. Может, сюда сейчас перекочевал.
А что вот так? Ладно. Завтра пораньше проснусь, позавтракаю. И пойду, схожу до большого болота, где у меня засидка. Там обычно стая-то косачиная живет. Так что, может, увижу ее. Кстати, в прошлом году точно так же было. До Нового года куница еще попадала. А январь-февраль все пусто было. Она, видать, уходит куда-то. Ну что, даже следов нету. И потом она уже весной появляется. Вот. На весеннюю охоту, когда сюда приходишь, если снег есть, то по снегу видно следы. Прошлый год весной сюда, когда еще заносил, все, перед охотой, вот, подошел, у меня прямо у самой избушки все куницей было выбегано. Ладно, я в следующий раз уже сюда поеду, капканы буду закрывать. Закрою, сниму их, чтобы они тут не висели. Взять-то их здесь никто не возьмет, тут никто и не ходит. Чтоб так не болтались тут. Так что вот так. Сейчас, наверное, кашу буду на газовой плитке варить, чтобы печку не кочегари, чтобы избушки и так уже жарко. Ой, как хорошо. Ну ладно. Сейчас еще ужин себе приготовлю. И можно будет отдыхать. Вот пара минут, и вода уже закипела. С газом-то вообще быстро. Сейчас посолим. Вон целый пакет гречки. Ну, еще одну горсточку и хватит. Ну все, сейчас газ убавлю, пускай варится. Вот такую говядинку загружу. Не знаю, ни разу еще не брал. Нормальная, ненормальная. Сейчас посмотрю. Как раз. Говядина-то замерзла. Банка здесь была в избушке. Ну все, сейчас еще минут 15 покипит и готово. Можно будет ужинать. Что у меня? Журнальчики еще есть, так что сейчас почитаю. Вот так вот. Кстати, потом буду ложиться спать, покажу, что можно сделать с печкой, чтобы дрова там не горели, а шаяли. Так сказать, сделать из обычной печки экономку. Я зимой так и делаю. Иначе дров закидаешь, даже если кругляки, чурки целые. Они все равно где-нибудь минут через 40, через час разгораются. Вот. А потом приходится двери опять открывать. Потом опять их закрывать. В общем, полночи так и бегаешь. Так что так. Ладно, приятного аппетита. Так, ну вот, время уже
половина десятого вечера. Сейчас самый раз закинуть туда дровины. Вот. Сейчас я покажу, что там в печке. Вот так вот. Угли, там головешки еще есть. Горит еще там потихоньку. Вот. Так что сейчас. Сейчас вот беру круглые эти поленья и засовываю в печку. Так, ну вот, сейчас надо немного подождать, чтобы они там немножко зашарили, даже чтобы загорели чуть-чуть. Вот. В общем, после того, как поленья там полежат, немного разгорятся, вот, надо будет закрыть вот эти отверстия. Для этого у меня есть вот такая вьюшка. Она у меня от заслонки. Вот, я потом вот светло на улице покажу, откуда она у меня. Вернее, от чего. Вот, сейчас надо закрыть эти отверстия. Вот она у меня сюда так хорошо подходит. Ну вот, осталось два отверстия. Одно большое, другое маленькое. Все остальные закрыты. Причем вот все плотно. Вот они закрыты все. Ну и все, теперь воздуха туда поступает мало. И пламени уже не разгорется. Сейчас вот эти у меня кругляки там будут почти до утра шаять. И температура все будет стоять одна. Вот. Так что не надо будет ночью вставать или печку растапливать, или наоборот, когда жарко, двери открывать. Ну, в общем, вот эту заслонку можно сделать из любого железа. Вот даже из этой, например, с жести. Вот. Есть тут кусок. Вырезать. Ну или даже топором можно сделать. И все, сюда вот вставить. И можно регулировать тоже. Так что вот так. Сейчас спокойно можно ложиться и отдыхать. Вот таким вот нехитрым способом можно избавить себя от ночного караула. Печка-то ведь железная, она пока топится, в избушке тепло. Вот. Как только печка погасла, все, в избе сразу холодно. Можно, конечно, и сырую березу напилить, она тоже будет хорошо шаять. И не надо ничего тогда мудрить с этими отверстиями. Вот. Но я сейчас показал конкретно сухими дровами, что можно сделать, чтобы они не разгорелись, а именно шаяли. Ну, в общем, я сейчас на боковую буду отдыхать. Ну, так что до завтра. Ну вот уже утро. На градуснике сегодня минус 19. А я как и планировал, пошел до большого болота, схожу, косачей посмотрю. Вот какая красота. Сегодня тихо, ветра нету. Вон, а как одна лиственница выделяется. Самая высокая. Вот тут лес одинаковый идет. И вон лиственница, какая большая. Так, вот вышел на болото, и он там заметил следы куропаток. Шел сюда за ними. Вот они следы. Вот так. Тут три штуки было. Вот еще. Иду я, значит, высматриваю этих куропаток. Они у меня с 10 метров вылетели. Прямо из-под снега. Вот у них следы. Вот они здесь кормились. Вот лунки. Они вот шли-шли-шли, кормились. И прямо так в лунки залезли под снег.
Вот видно, тут, наверное, голова торчала у него или что-то. Вот видно, куропатка шла-шла. И вот, все, под снег залезла. А вот сейчас вылетела. Куда туда отлетели. Фу. Блин, я-то их смотрел, думал, они где-то на снегу. А они покормились. И в лунки зашли. Ну, сейчас было бы с собой ружьишко, так можно было бы спокойно стрелять. Ладно, сейчас тут немножко пройду, погляжу. Ну вот, нашел, где они после взлета снова сели. Вон только сели, сразу же опять слетели. Вон, посадочка. Все, за ними, наверное, смысла уже больше нету бегать. Раз пугнул, сейчас так и будут улетать. Ладно, пойду косачей гляну. Вот так вот выглядят следы у куропаток. Он шла в ту сторону. Видно. Кстати, по глубокому снегу тоже можно определить, куда шла куропатка, допустим. Вот у нее след. Вот. Она шла в ту сторону. Вот видно. Если спереди смотреть, так вот такой треугольник получается. Вот. А здесь такое закругление. Вот каждый след вот так. Вот треугольничек туда. Вот это вперед направление. Ну а вот чем она питается. Вот кустики ищет. И на них вот такие почки тут есть. Вот эти почки она и клюет. Любит березовые. Но на сами березы они редко садятся. Вот на дерево именно. Они в основном все по земле. Куда-то туда улетела. Но я ее не видел. Косачей пока не видать. Тоже, наверное, в лунках где-нибудь сидят. Ладно, я сейчас так кромками болот похожу. Может, где-то все-таки встречу их. Вот ветер сильный был, хотя бы местами снег прижал. Вон здесь как идти хорошо. Лыжи глубоко не проваливаются. Но в лесу, конечно, не так. В лесу в провал идешь. Запрессовало его, короче, ветер, снег. Вон солнышко показалось.
лесу тишина. Вот тут тоже старые следы куропатины. По старым тоже можно увидеть, куда она шла. Вот видно, что она в ту сторону ушла. Вот у нее средний палец. Вот он видно, как продавливает. Вот, а вот. И продавлено вот в ту сторону. Туда. Лапой давит наперед. Вот видно. Туда пошла. Вот лунки. Причем вот это старые, а вот свежие. Но это куропатки. И вон старые. На одном и том же месте, значит, ночевали. Вот свежачок. Раз, два, три. Пять штук их тут было, по-моему. На таком маленьком пятачке. Пять штучек было. Где вот их искать? Ладно, сейчас еще вон туда пойду. Там еще похожу. Время есть еще так? Вот погода уже похожа на весеннюю. Уже солнышко светит. Вон как на деревьях красиво. Какая борозда. Вот здесь лыжи уже в провал идут. Если вот с той стороны болото шел, там было плотно, то здесь нет. Ну что, ветер в ту сторону был, там его и прижало снег. А здесь снег пухлый. Вон там тоже старые следочки есть, куропатины. Ладно, пойду в обратную сторону. А, все-таки куничка-то бегает. Вон следы куницы. Рыбки есть тут. А косачей так и не видно. Но территория большая, поэтому могут быть где угодно.
Вон я нашел косачей. Вот они сидят. Сейчас попробую вот этой стороной, наверное, пройти туда, выйти, ну и выстрелить, если получится. В общем, я только шевельнулся, хотел сюда подойти, к лесу, вот так вот пройти. Только буквально 5 метров отошел, все, они уже слетели. Тут 300 метров, наверное, от меня сидели. Так что не подпустили. Вот еще одни следы куницы. Заходила, значит. Потому что до этого сюда сколько раз приезжал, ни разу следов тут не встречал. Я имею в виду в январе. Ну, ближе к весне так. Сейчас забегает. Ладно, есть надежда. Может, что и попадет. До следующего раза. До следующей проверки. Точнее. Солнце вон сейчас высоко стало уже вставать. Раньше только над лесом поднимется. И все, сразу же обратно садится. Ну вот, сделал кружок. Сейчас вышел на свою лыжню вчерашнюю. Иду в сторону избы. Фух. Вон погодка-то какая разыгралась. Как весной. Я уже к избушке подхожу. Кстати, вот чуть не забыл показать. Хотел-то. Откуда эта вьюшка? В общем, вот я тут сварил трубу с заслонкой. Вот она у меня отсюда. Так. Вот такая вот заслоночка. Изначально это я хотел эту трубу туда поставить. Вот. Ну и сверху еще, соответственно, вторая труба шла. Вот. Печку-то я планировал ниже сначала поставить, но потом все переиграл. И печка у меня стала выше. И труба эта длинноватая получилась. Ее надо вот отрезать там. Не знаю, 15 сантиметров, наверное. Вот. Ну это уже потом весной полотен сюда принести, да, ножовку, и отпилить. Ну что, отсюда уж трубу точно домой не потащу, чтобы ее там отпилить. Я их сюда-то на плечах затаскивал, эти трубы, печку. Ну такая вот. Так что потом сделаю, да. Ну вернее обрежу, да, потом поставлю ее. И будет уже совсем четко регулировать все. Так что так. Ну что, вот такая вот сегодня получилась охота. Добыть ничего не удалось, хотя птицу увидел. Вот с куропями получилось интересно. Я на болото-то вышел, увидел их следы. Значит, пошел за ними. Наверное, 200 метров где-то прошел по следам. Вот. Дохожу, значит, до кустов. Смотрю, следы пропадают. Ладно, думаю, где-то, наверное, за кустами там, может, сидят или что-то. Выглядывал, не видно. 2 шага делаю.
У меня прямо из-под снега они с лунок, два куропти слетают. Ну, я смотрю, где-то там вроде как на посадку снова пошли. Вот. Ладно, еще шаг делаю, думаю, посмотреть, где они. У меня еще один куропать вылетает. И вот метров с 10 где-то от меня куропти-то поднялись. Я-то их ожидал увидеть, что где-то они вот так вот, ну, будут сидеть. Они прямо вот как шли, так и зарылись в снег. Интересно, конечно. Ну, потом пошел, видел там еще 5 лунок. Причем 5 лунок где-то вот на таком, на расстоянии, вот так плотно сидели друг к другу, куропки-то. Но они поднялись еще до меня, с утра, наверное, самого. Куничьи следы видел, 2 следа. Ну и косачей видел. Тех вообще далеко, метров за 300, наверное. Увидел. Хотел обойти. Нифига, они слетели. Не подпускают. Уже Сейга сколько раз не пытался подойти. Все безуспешно. Боятся что-то они. Конечно, было бы сегодня у меня ружьишко с собой. Куроптей можно было бы легко стрелять. Два-то так слетели и прямо так и пошли рядышком-рядышком. Так и шли. Там можно было вообще одним выстрелом двоих стрелять. Вот так вот. Ну ладно, погода сегодня вообще замечательная. Вчера еще ветер был. Вот. Сегодня солнышко. Такая весенняя погодка уже. Ладно, сейчас тогда чаю попью, да буду собираться. Выходить ближе к дому. Вот. Если по дороге что-то будет, я включусь. Покажу. Угу. Ну, а если не будет, так, тогда всем пока. До следующего раза.